ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ё-моё. Дождика нету, зато веселье не убавляется. Хозяин Ширки как-то странно разговаривать начал. Ну что, по голову? Да. Ну давай. Так, трехсоточка, смотрим, как пуляют мотики. Ага, решил схалтурить. Давай, давай, давай! Вот она! Чё ж ты там поехал-то? А? Чё ж ты там поехал? А чё? Здесь надо... Чё? Вот за это получай. Прямиком вниз. Немножко, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так жалко, когда они падают. Ну, я понял. Срубил гриб. Гриб срубил. Олег, трехсотка, EXI. Молодцом. Попробуем развернуться. Получилось. Шерка. Ну вообще. Твою мать, блядь. Я себе тут... Извиняюсь за мат, но это, блядь. Это, конечно, на контрасте после карьера. Очень круто бьет по глазам. Блин, жесть, конечно, петлявое такое. Падение. Скользко, опасно. Опа-па-па-па. Ух ты.
хрена тут? А может и не один. Офигеть. А? Подрамник отломал? Нет? У меня же от Авантиса стоит подрамник. Он не ломается. Сейчас еще мне кажется, я не был. Ну что ты, блин, застал-то? Ух ты, ух ты! Ну ладно. По краешку. Что ж ты? Место для удара, главное не устать, потому что потом можно отсюда вообще не выбраться. Это все серебро идет? Так. Так. Дима испугался. Ага. Вот.
Баба. Ты на второй? Ух ты. Ого! Скользко, круто! Подножечку прямо. Это все серебро было или уже бронза? Это все. А, это все ехали. Ну, Шерка. Опа! Шерку нагрели, вентилятор заработал. Когда много деревьев, точнее, когда много бревен, хочешь не хочешь, а? Приходится учиться их прыгать. Так, отличное место, что ли?
что-то это знакомый спуск какой-то. Кажется, мы за ним выезжали почему-то. Так, надо будет тогда там прыгать. Thank you.
Нихрена себе. Все, они все заехали. С первого раза. Да, легко. Пожалуйста. Как всегда, смотри, страшно? Ой, блин. Классные горки. Чё ты? Плечом об дерево. Посмотри, как это было вообще. А? Посмотри, как это. Ух ты, ё-моё, распилил дерево крылом. Оно вообще зеленое было, да, если бы я не ударил? Да! Он крылом дерево разрубил. Обалдеть. Ты посмотри, осторожней, осторожней. Блин, кто-то там скрешился. Смотри, бензин течет, воняет. Дождика нету, зато веселье не убавляется. Адреналин никуда не делся. Вот одену 754-ю, куплю себе шерку и буду первой ехать. Ой, стой, 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 стой. Ох ты. Так, одно радует, ноги длинные. Пластик твердый, я тебе скажу. Диман, давай, я так долго не смогу висеть. Ага. О. Хозяин шерки как-то странно разговаривать начал. Бронзе поедет, он сказал, или попозже. Я опять Олег куда-то попросил, значит, заехать. А, что это так? Блин, это что, гараж, что ли, или нет? Подъем залетайки, 2-0. Это его два сделали, что ли? Ну, это вот для Silver, это для Gold. Gold только усложняется бревно. По сути, на гонке это было проще, чем даже сильно. Ну что, по голду? Да. Ну давай. Едет, едет. Доехал. Ух
Оп. Так. Сейчас, Диман, здесь я попробую. Олег тут не прополз. Да? Да.